Добрый вечер, меня зовут Алексей Круглов. Мы очень рады вас всех видеть. Спасибо, что пришли. Сегодня мы представляем необычный проект. К нам в гости приехал наш редкий гость, который приезжает не так часто, к сожалению, в Москву. Александр Газанов — это санкт-петербургский барабанщик, перкуссионист. Это имя достаточно известно в Петербурге. И Александр играл со многими известными людьми, как Вячеслав Говоронский, Светхон Челак, Леонид Сандерский, много-много других замечательных музыкантов. И также он давно-давно еще начинал играть в составе Сергея Курюхина и прошел совершенно необычайный путь и миксовых проектов, и фьюжн, и фри, и различные джазовые проекты. Вот, так что Александр, как я уже сказал, нечастый гость у нас, но тем и приятнее то, что он сегодня у нас здесь играет. Это будет его премьера, первое выступление здесь, на сцене джаз-клуба Алексея Козлова. Плюс это еще вдвойне приятно, то, что этот концерт как бы состоится в преддверии его 50-летия, которое у него состоится 17 января. Вот, так что вот такая история. Я, конечно же, ему передам микрофон, он тоже, наверное, что-то скажет для вас. Я лишь напомню, что мы будем играть в двух отделениях. Наверное, мы не будем играть большие отделения, может, минут по 30, по 35. И стилистически, я думаю, что это будет такой free fusion, скорее всего. И много экспериментов различных. Так что вот то направление, в котором мы сегодня будем работать. И, наверное, все-таки это премьера нашего с ним проекта, потому что Мы, конечно же, играли с Александром вместе с Яком Свояром, с эстонским гитаристом, и вместе с Александром и играли также с Олегом Юдановым. И в рамках вот тех проектов у нас были дуэтные номера, но вот так вот, чтобы целый концерт мы играли только вдвоем, такого у нас еще с Сашей не было. Так что я передаю Саше микрофон. Александр Рогозанов, Санкт-Петербург. Добрый вечер, да. Ну, здесь Алексей погорячился, да, до дня рождения совсем далеко, я хотел другое сказать. Где-то лет примерно, может быть, 25, может быть, 30 назад я был на концерте группы «Арсенал», да, вот сегодня играю впервые на этой сцене клуба Алексея Козлова. Это мой сегодня дебют на самом деле. Несколько слов о своих проектах, да, здесь просто есть диски, записаны мои последние где-то лет 7-8, в частности те, которые срезонировали, может быть, в джазовых сообществах, в том числе и Европы. Revelation альбом записан в дуэте с Гайворонским. Он здесь есть на столике, да, пластинка с бас-гитаристом Андреем Светловым, дуэтная. Надо сказать, что формат, в котором мы будем сейчас играть, он, в общем-то, не новый для Круглова. У него есть альбом с Тарасовым записанный, так и для меня. Есть пластинка, тоже здесь Light Spirits of Earth, это с Леонидом Сандерским дуэт, драмс, сакс. И пластинка с Яком Саяром, и альбомы Алексея Круглова. Вот здесь, если будет интересно, конечно, все это есть. Давайте проведем интересное время. Да. Спасибо. Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
Александр Газанов. Еще одно большое приветствие в завершении первого отделения. Thank you.
Александр Газанов, Санкт-Петербург, Россия. Thank you.
Спасибо большое. Мне кажется, что у нас общение получилось. Как ваши ощущения? Получилось. Спасибо большое. Я думаю, что это будет блюз. Мы с Сашей давно хотели сыграть блюз. И вот во всех проектах, в которых мы участвовали, у нас, в общем, никогда не получалось сыграть блюз. Так. Потому что вот только мы хотели сыграть блюз, и концерт сразу заканчивался. И я думаю, что этот блюз, который мы сейчас играем, он прозвучит и на нашем диске, который мы будем, я надеюсь, записывать в следующем году. И напомню, что 17 января будет 50-летие Саши. Праздновать свой юбилей в Петербурге. И надеюсь, что мы что-то придумаем здесь тоже и организуем какой-то концерт. Итак, в заключение концерта наш вот такой совместный импровизационный блюз. Пространств пустынных берега, печаль задумчивых столетий, через полустанки
заметим и важный еще пока через непоставленные сети забытые мечты слегка не отзовется в нас века и не нарушит в целом свете покоя строй и жар усердий и лишь протянута рука призыв забытых милосердий призыв сквозь годы берега. Спасибо, Александр Газанов, Петербург. Спасибо огромное. Также я хочу напомнить, что тут продаются диски Саши, и не только Саши, и нашего тоже совместного проекта с ним, с эстонским гитаристом Сиаком Суояром. И всех, кстати, приглашаем 5 декабря сюда, в клуб Козлова. Мы будем играть биг-бендом, круглым бендом. Мы будем играть программу Аркадия Шелклопера, Юрия Маркина, Ростислава Кочетова и Юрия Парфенова. Будет такой большой состав, целый биг-бенд, собственно, с перечисленными мною солистами. Так, 5 декабря приходите. Там будет круглый бенд, а сегодня был такой многоубой. Спасибо, Александр Газанов. Спасибо большое.